наша ткань, это кладка насухо, без цементного раствора. Такие тоже применялись очень много. Я думаю, вы обратили внимание на буйную растительность над тоннелями, галереями. В период эксплуатации дороги существовали специальные бригады, которые не допускали никакой растительности над этими сооружениями. Там специальным слоем, способом уложен слой глины, грунта, дерна. Все сделано для того, чтобы как можно меньше влаги поступало к сводам сооружения. А вот теперь, конечно же, никаких таких...